Андрей уже разобрал елочку. Так грустно. Праздники закончились. Зато елочку не надо выбрасывать. Сейчас сложим ее, как было, в коробочку. И на следующий год останется. Да? Да. Вот елочку уже собрал Андрей. Вот так вот в коробочку сложим. Игрушки тоже в коробочку. Вот эти я делала сама. Орехи замотала в эту. Как она называется? Фольга. Фольгу. Ножки. Ну да, ножки нельзя потерять. Ну и на балкончик. До следующего года. Бай-бай, елочка, бай-бай, Новый год. Сегодня приготовила вот такие вот котлетки, очень вкусные получились. Это вчера покупали бедро индюшиное и рубленый куриный фарш. Вот я все смешала. Ну, это кусочки тыквы я вместе с котлетками запекала. И сделала в духовке. Ну, описание, если кому интересно, рецепт оставлю под видео. Вчера купила в АТБ вот такой вот крем для рук. За 12 гривен, 30 миллилитров здесь. В состав входят пчелиный воск, масло ши, масло семян макадамии, еще какие-то там масла. Ну, в общем, очень даже неплохой кремик такой. Лежу на кровати под одеялом. Не знаю, в квартире не холодно. Смотрю сериалы целый день почти. Андрей на балконе. Елочку понес. Игрушки пока туда, потом гараж. В квартире вроде бы и не холодно. Почему-то мне холодно. Как-то не знаю, что. То ли неважно себя чувствую. Что-то так. На улице было сегодняшняя ночь, что прошла, крещенская. Самая холодная на это время. Говорили, даже 22 градуса где-то было по району. Андрюша пакует игрушки. Это уже завтра отнесем. Завтра отнесем в гараж, да? Как-то грустно. Была елочка, сверкала. И нет елочки.